Всем привет! В этом видео вы увидите отрывки из прессы и литературы Галичины 19 века. И хочу обратить ваше внимание, что тот язык, на котором писали галичане, не являлся украинским. Там, конечно, есть некоторые украинские слова. Но при этом этот язык гораздо ближе к современному русскому языку. Также напомню, что Галиция того времени не являлась частью России. Ну а Украины тогда вообще не существовало. Если вы говорите только на русском, то вы сможете с легкостью понять галицко-русский язык. И, конечно, я оставлю ссылки на источники под видео.